Всем привет. Всем два человека, ну ничего, тоже хорошо. Так, ну что? Героическая гробница Саргераса закрыта. Танка я трошки прокачал. В принципе, уже достаточно для того, чтобы выбивать вам всякие плюшки на локальных заданиях. Решил вот затеять небольшой проект нового персонажа. Паладина. Очень часто спрашивают, смотрю запросы в блоге, там пишут, как прокачать персонажа и все остальное. В общем, ну, наверное, имеет смысл показать, как это делается. Да и, честно говоря, давно хотел завести себе паладина, такой универсальный квас. Так что сейчас выберем его внешний вид и начнем качаться потихоньку. Буду это дело тоже писать, вот, и выкладывать, как это все делается. Так, прическу есть, борода нам с усами не нужна, я и сам не ношу. Так, волосы, цвет волос, ну что. Так, это слишком по-катгаровски. Вот такой вот Дюк Нукем. А ну, имя Дюк занято, наверное, уже, да? Дюк. Недоступно. Так. А если так? Недоступно. Ну ладно. Так, что там такое? Кто у нас паладины? Они такие все судьи и все остальное, да? Ну давай придумаем. Вот так. О! Вот такой у нас будет джедж. Что, начинаем? Да прибудет с тобой сила. Ступай с честью. Так, а может все-таки обвешаемся сначала модели, наследуемое оружие. Так, значит, так. Первое, что делаем, обвешиваемся наследками. Наследками. Так. Тут же надо будет сбегать к трансмагрификатору, бо я это не люблю. Так. 10%, 10% опыта, кольцо. Кольцо, кстати, с этого, с рыбомании. Второе место. Успел тогда взять. Так. Лечо. Нет, неправильные штаны, дискрита больше. Так, хотя на начальных уровнях, по-моему, без разницы. Так, колотуха. Чего у нас еще не хватает? Сапог не хватает. Кабанчика убить одной кнопкой. Так, сейчас, наверное, у нас тут. Так, с первого удара все будет падать. Вообще была мысль написать в блоге клич, может быть там по пятницам устроить прокачку альтов, а может с кем-то договорюсь, с гильдией, да вместе будем это делать. О, то. Третий уровень. Так что знакомств. Так, четвертый уровень. Сок прошло. Вообще-то я за то, чтобы качать персонажей с нуля, потому что ну, все-таки механику как-то надо осваивать последовательно. Поэтому я бы все-таки рекомендовал тем игрокам, которые только начинают, начинать действительно с самого начала. Так, ну что, бабахс! О! Там где ваншоты, там где надо контролить, станить, сбивать косты и все остальное, чему он учится.
Когда бегает по открытому миру, ничему, абсолютно ничему. Две кнопки жать. Я жму уже две кнопочки. Можно даже одну жать. И все. Хотя уже на этом уровне могли бы там 5-6 умений. Чем могу быть полезен? Да, дали больше золотушку. Так, теперь. Третьем, четвертом, пятом уровне уже надо было соображать, как пачки разбирать. А там мобы поодиночке вообще не ходили. Вот это, в принципе, правильный подход. Когда ты начинаешь уже учиться с самых младших. Так, я ж вам. Береги себя. Добрый день. Восьмой уровень. Что нам дали? Молот правосудия. Так, Рэми повторюх просит вас найти звездодельный маршала Дукхана и поговорить. До скорой встречи. Далеко бежать. Далеко бежать. Ну ладно. Здорово. Побежим. Счастливого пути. Дела. Всего хорошего. Так, ну что, слетаем в шторм. Все-таки это видео пишу не только для себя, но и для Привет. Игроков, которые только начали. До скорой встречи. Так, что тут надо сделать? У нас со времен катаклизма дается экспа за руду и за траву, плюс еще дается за археологию. Поэтому сейчас слетаем, возьмем это дело. Так, вот наш Штормград любимый, хотя нет, Стальгорн у меня любимый. Это вообще первая столица, в которой я побывал.